Больше, сука, ни одной не буду доверять. Не. Душу не открою никому, кроме ребят. Ага. Больше не потрачу ни цента и ни нерва. Точно. Теперь нервы — это когда кончается первый. Да, я теперь один, ты теперь одна. Как будто не было тебя, не было меня. Мы разошлись, как в море корабли. И то, что было с нами, не купить за рубли. Ем доширак опять, меня некому ругать. Ага. Теперь моя постель — это просто кровать. Теперь сам себе могу сварить пельмени. Пришли мои друзья, ты их звала олени. Звони Алене, Лине, Лене. Теперь куда хотите едьте, хоть к ебени фени. Теперь не будет звонка в 22:00. Или может будет, но уже не мой. Да, я теперь один, ты теперь одна. Как будто не было тебя, не было меня. Как я теперь один, ты теперь одна. Кто будет у тебя, будет у меня. Да, я теперь один, ты теперь одна. Как будто не было тебя, не было меня. Как я теперь один, ты теперь одна. Кто будет у тебя, будет у меня. Вы чё расстались? Да ну и чё? У неё учёба, у меня рыбачок. Кровь по сердцу течёт от мысли, что какой-то чёрт её обнимет хотя бы за плечо. Чётко бы забыть раз и навсегда всё. Но это только в матрицу у Морфеуса капсулы. Твоя подруга звонила, съела мне мозги. Сказала, что таких, как ты, нужно заслужить. Как теперь с этим жить, скажи? И тот, кто с этим жил, он все еще жив? Нет, мне не смешно, мне что-то грустно. Надеюсь, меня отпустит, улыбнусь я, хуй с ним. Все эти чувства, теперь разные тусы, разные вкусы. У меня Москва, студия, у тебя курсы. Я на Курской, ты с подругой на Уктусе. Да, я теперь один, ты теперь одна. Как будто не было тебя, не было меня. Как я теперь один, ты теперь одна. Кто будет у тебя? Да, я теперь один, ты теперь одна. Как будто не было тебя, не было меня. Как я теперь один, ты теперь одна. Кто будет у тебя, будет у меня. Thank you.